Надзор за техническим состоянием транспорта – ключевая составляющая дорожной безопасности. Рейды по проверке соответствия автомобилей всем предъявляемым требованиям проводятся инспекторами Одинцовского отдела ГИБДД несколько раз в месяц. Особенно важно контролировать автобусы и крупнотоннажные грузовики. От их состояния безопасность людей на дороге зависит в первую очередь. На этот раз сотрудники госавтоинспекции основное внимание обращают на наличие в машинах специальных приборов – тахографов. С их помощью можно контролировать режим работы и отдыха водителей. Излишне напоминать, к каким страшным последствиям приводит на трассе усталость шофера, тем более если он управляет автобусом с десятками пассажиров или многотонным самосвалом. Что такое техническое средство контроля? Это соблюдение водителями режим труда и отдыха водителей, чтобы проехал 4,5 часа водитель, будь любезен отдохнуть 45 минут. Проехал 12 часов, будь любезен, иди домой, отдохни, все. Больше 12 часов работать водителям нельзя. По наблюдению инспекторов ГИБДД, крупные автоперевозчики уже оборудовали свой транспорт тахографами. Вот мы смотрим, водитель 2 часа 32 минуты сегодня работает. До 4,5 часа, в принципе, им еще можно не отдыхать. Гораздо хуже обстоит дело у мелких предприятий. Электронный контролер стоит недешево. На его установке пытаются экономить. Однако уже через несколько месяцев штрафы за отсутствие тахографов серьезно повысятся и станут сопоставимы со стоимостью самого прибора. С 1 ноября 2019 года уже водитель будет наказываться от 3 до 5 тысяч, должностное лицо уже от 7 до 10 тысяч, а юридическое лицо, которое сейчас нет, не наказывается, будет наказываться до 50 тысяч, которое выпускает машину, транспортное средство свое без технического средства контроля. То есть это очень накладно. И, скорее всего, в основном процентов 80-90 транспортное средство будет с тахографами. Применение тахографов уже внесло значительный вклад в безопасность на российских дорогах. По данным многолетних наблюдений, в Европе их использование сократило число аварий с участием тяжелого транспорта на 22%. А уровень смертности в таких ДТП более чем вдвое. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».